Я сейчас хочу дать слово Чеку. Вы почувствовали уже, да, вы многие его называли своим вдохновителем, тренером, гуру. Действительно, мы с Александром знакомы относительно недавно. Вот, и, честно говоря, я поражаюсь такой энергетикой, которая есть у этого человека в вопросах продвижения своих идей. Я думаю, что еще будет возможность многое нам познакомиться и увидеть. Ну и даю слово Александру. Александр Сахалинский. Конечно, услышать эти слова, такие авансы придется мне отрабатывать, буду думать, честно, с понедельника начну как. Знаете, жалко, я представлю еще Валентина Щербачева, его, к сожалению, нет, там просто сегодня у него у внучки, ну, высокая температура, просто хочу напомнить, что это один из самых известных, ну, и в бывшем Советском Союзе, и в Украине, журналистики, это человек, который больше 43 раз поднимался только в Гималай, это человек, который был на Северном полюсе. Но фактически, если вот так сейчас посмотреть на название компании DualLife, если бы нас всех семерых выставили, то вот на каждом можно было бы повесить буковку. Вот DualLife команда, она вот здесь вот перед вами сегодня должна была бы представить. Что произошло в этом продукте и вообще в принципе в компании DualLife? Потому что на слух, когда воспринимаешь, то и Гербалайф есть, да, который стал спонсором Шахтера. Вот, еще очень много разных компаний. Здесь вот подкупила сразу натуральность этого продукта, его качество. Вот, а я о нем уже даже могу говорить, потому что я уже 2 недели его принимаю и тоже чувствую на себе очень результат. И, честно говоря, вот как один из менеджеров нашей команды, я просто хотел сделать классный эксперимент. То есть у нас в команде есть разные представители разного поколения. У нас девочки, видите, насколько разные. У нас Ольга. Она уже и за 30, Алина, ей еще только 20 с хвостиком. Валентин Щербачев, ему 70, да. Ну, Иван Ярмачев у нас вообще универсальный солдат. Он даже во всех наших соревнованиях, в которых принимают участие, всегда выигрывает, потому что это команда Лобановская. Давайте ему. Есть возможность действительно нам всем вместе протестировать этот продукт и потом абсолютно честно и открыто о нем говорить. Почему? Потому что, ну, спортсмены — это такая категория людей, которые все привыкли на себе проверять. У нас есть уже контракты с разными компаниями, в том числе спортивного питания, например, PowerPro, мы там принимаем специальные витамины, приходится очень много химии, есть, конечно, нашим девочкам, да. Вот. Но вот DualLife уже чувствуется, как он уже начал работать, то есть добавилась энергия, добавилась какая-то определенная, чувствуется сила в упражнениях. Почему? Потому что я тоже тренируюсь регулярно под руководством нашей населеннейшей женки планеты. Вот, у меня была травма, причем обоих плечей, я где-то полгода с ними мучился. Вот сейчас не ради рекламы, исключительно ради точной правды. Я говорю, что за 2 недели приема простика у меня практически абсолютно прошли плечи. То есть я уже делал опять все те же нагрузки, которые я делал полгода назад. Но считаю, что это абсолютно классный результат. Вот, потому я очень рад, что мы с вами, что мы все одна команда. Я почти уверен, что если мы будем правильно и быстро развиваться, то через каких-нибудь пару месяцев в Украине о DualLife узнает много людей, а на примере наших спортсменов поймут, что это очень эффективно. И буквально с понедельника мы начнем DualLife внедрять уже и в профессиональную футбольную лигу Украины, и в профессиональную боксерскую лигу. Вот. И даже вот такой один маленький сюрприз, вот буквально 10 дней назад, прямо перед боем Мусика, благодаря Александру Ивановичу и компании DualLife, компания DualLife проинвестировала и помогла выпустить календарь чемпионов мира по боксу за 2015 год, это со всеми нашими чемпионами мира. И уже там, на этом календаре, есть бренд DualLife. И вы знаете, сразу после боя, буквально через 1.5-2 часа, вот сам Усик сфотографировался с этим нашим календарем. Так что DualLife уже, наверное, помогает. Диван DualLife. Спасибо большое.